Значит, всем привет, это снова я. Сегодня у нас, ребятушки, пельмешки без спешки, очень вкусные. Ах, всем приятного аппетита. Только еще горяченькие, да? Ну ладно, в моем желудке остынут. Что, поедим? Сегодня, надеюсь, ругаться не буду. Ну как, вы же пишете, прекращай ругаться. Я постараюсь. Хлебушек, кстати. Ах, какой вкусный. Понюхайте. Очень вкусный. И очень полезный. Это, кстати, хлеб низкокалорийный. У меня также салатик из помидор. Так что будем кушать. Как вам сегодня моя прическа? Специально для Вячеслава. Да. Вкусно. Как же Вячеслав пишет, у тебя волосы грязные. Ну вот я специально для тебя помыла полчаса назад. Ну что, продолжаем пельмешки кушать. Кстати, знаете, у нас такой дождь прошел ночью. Вообще все грядки полил. Да, долго мы мечтали о таком дожде. Он не ночью, он вечером начался. Я пошла как раз к Насте. Настя там компоты готовила. Из абрикосов. Ну, как посиди со мной, поговори. Ну, я пошла. Только зашла, представляете, дождь начался. Офигеть. Еще такой сильный. Очень-очень сильный. Наталье привет, которая посылку с конфетами отправляет. Большое-большое спасибо, если это так. Будем ждать. Я помню, кто. У меня просто совесть иногда есть. Мишка тявкает. Чё тявкает? Там, наверное, кошки бегают. Собаку покормили, кошек покормили. Знаете, у нас сегодня градусов, наверное, градусов 15. Как-то не очень тепло. Ну, это, кстати, нормально. Вот, кстати, столько кабачков уже, вот таких, небольшие, растут потихоньку. Вкусно. Тут укропик. Ну как же лето.
Блин, лето. Скоро лето закончится. И опять зима. Осень, зима, холода. Очень печально. Мы даже в этом году ни разу покупаться не съездили. Хлебушек. Кстати, это хлеб бездрожжевой. А, какой вкусный. Выглядит он вот такой кругленький. Вкусненький. Ну, где-то чем-то с бородинским связанным. Ну, что, есть много, можно. Я люблю, конечно, обычный черный хлеб. Эх, тут его не было. Обычный черный хлеб. Вкусно, очень полезно. Завтра, кстати, может, оладушки напеку. Ну, как вы там пишете, во-первых, это не она готовила, а кто? Ну, что он так-то, да? Там дети мешают гулять. Выходите на улицу. Кстати, я вспомнила мальчика, да? Зовут Мустафо. Мустафо. Мустафа, Мустафо. Как-то так. Да, мальчик такой красивенький. Я говорю, он вырастет, все бабы его будут. А наглый 6 лет. Угу. Очень наглый. И кто там писал, что не смотри на Нинку, пиратку. Да я на нее не смотрю. Знаете, вы иногда такое пишете. Ну вот, взрослому человеку делать нечего, да? Он сидит, написывает. Вкусно пельмени. Да, пельмени не я лепила, магазин, сразу скажу. Признаюсь в этом. А насчет огурцов, знаете, у нас как-то не растут огурцы. Мы посадили, да, 3 кустика. Там вот такие малюсенькие огурцы на улице растут. А так у нас теплицы нет. У нас ее некуда ставить. Ну да-да-да. Можем убрать цветы и поставить теплицу, да. Нет, не получится, дамы и господа.
Кстати, Виталик, тебе тоже привет от меня. Твои любимые пельмеша. Как у тебя дела? Тут, короче, это с подругой разговаривала. Я говорю, посмотри, почем билеты в Крым. Она, короче, заходит. А у нас, представляете, нету. До сентября нет билетов в Крым. Офигеть. Ну ладно. А то я хотела уже чемоданы собирать. Но где ехать на поезде? Я, ну, конечно, 3 дня. Даже, наверное, больше 3 дней. Не хочу. Поезд — это не мое. Я как-то ездила, это ужас. Англия сейчас вагоны-то современные. Угу. Так я и поверил. А что вагоны-то современные? Крым, Крым, Крым. Так что будем сидеть на попе ровно. Первого рачки. Угу. А, кто там интересовался? Живу я в Свердловской области, город Первоуральск. Там это поселок Самстрой. Поселку 66 лет. Кто-то хотел там на карте посмотреть. У нас еще есть поселок Пильное, поселок Ельничный и поселок Трубпоселок. Частный сектор. 10 минут от города. Ну, а если пешочком, минут 40 всего-то. Так что я не в какой-то там деревне живу, где есть же такие деревни заброшенные. Так что я еще в нормальном поселке живу, да. Дома у нас от 3 миллионов. Если кто-то интересуется, вот у нас до всей этой Катавасии. Короче, мужик купил дом. Ну, он его года, наверное, не знаю, года 3 назад купил. Он, во-первых, после пожара купил дом. И там всего 2 комнаты идет. У нас идет коридор, кухня и 3 комнаты. Еще есть у нас кладовка, двор, сенки. Но у 2-комнатных домов такого нету.
Вот он, короче, купил что-то за 500, что ли, тысяч. Горелый дом. Там только стены были. Он сделал там ремонт, пристройку и продавал за 3 ляма. А я бы не взяла. Во-первых, после пожара там жили алкаши, все равно запах-то остается. Вот как-то так. Вообще я не хочу свой дом. Хочу квартиру, да-да. Вы правы. Ну вот и все. Все, съела. Пельмешков там было немного. Посчитали сколько? Всего 550 штук. Ладно, это шутка была. 20 пельменей там было всего-то. Да, кому там 20 пельменей на всю семью хватит, да-да-да. Я не спорю. Ну, а мне-то мало. Не, я, конечно, наелась. Ой, тут жижка, короче, осталась после салатика. Укропная такая вкусная. Со сметанкой, да. Обалденно, обалденно, да. Вам мои пирожки понравились? А, были такие вкусные. Вы просто не представляете. Обалденные пирожки были. Ну, вот и все. Я наелась. Я посуду помою и пойду гулять. Иринка пойдет гулять. Только осталось посуду помыть. Так вот. Ну что, хочу вам сказать всем пока. Оцените мой лук новый. Как вам моя прическа сегодня? Говорили, что челку не постригать, отрастить. Ну, не знаю. Я всю жизнь ходила с челкой. Как я это ращу? Ну, не могу даже представить. Вот так вот, дамы и господа. Ладно, короче, на этом всем пока. Пишите свои комментарии. Подписываемся на канал. Конечно, подписываемся. Как же не подписываться? Ну и нажимаем на колокольчик, чтобы к вам приходило новое оповещение, что Иринка выложила видео. Ириночка Сергеевна. Ну а так, всем пока.